Экономика, бизнес, финансы. Программа «Эхономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировские предприниматели сэкономят на лицензиях 43 миллиона рублей. Это стало возможно благодаря автоматическому продлению лицензии на работу в 2020 году, которое своим постановлением разрешило российское правительство. По данным Кировского Минэкономразвития, продлены автоматически на 12 месяцев лицензии на розничную продажу алкоголя, срок которых истекает в 2020 году. Никаких заявлений предпринимателям никуда направлять не надо. Напомню, что в 400 миллионов оценили сумму, которую в виде налогов предприниматели в этом году не заплатят в бюджет Кировской области из-за переноса сроков в связи с коронавирусом. Программа «Экономика». Предприниматели, которые не работают из-за карантина, могут не платить ЕНВД. Как это сделать, пояснил президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. Да, действительно, налогоплательщики, приостановившие деятельность в период карантина для снижения своей налоговой нагрузки, могут подать заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД с момента введения ограничений. Впоследствии, когда деятельность будет возобновлена, можно снова подать заявление о постановке на учет в течение 5 дней. Но при этом надо понимать, что если вы продолжаете продажи через интернет и оформляете через онлайн-кассы, то за этот период вы попадете на общую систему налогообложения, либо на упрощенную. Те, кто к такой мере не прибегнет, в этом году смогут позже уплатить налог. Правительство сдвинуло платеж по ЕНВД за первый квартал с конца апреля на конец октября. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. В сложное время, когда стратегии и планы приходится менять едва ли не каждый день, важно иметь надежного финансового партнера. Банк Хлынов вместе со страной пережил не один кризис и поэтому предлагает ряд уже проверенных инструментов, которые позволят бизнесу пережить это время с возможностью сохранить коллектив и не нарастить долги по налогам, коммунальным и другим платежам. Так, для корпоративных клиентов предусмотрена реструктуризация действующих кредитов на индивидуальных условиях. Компании из сфер, наиболее пострадавших из-за введенных ограничений, могут получить льготный кредит на выплату заработной платы. Этим продуктом могут воспользоваться и представители других сфер в индивидуальном порядке. Кроме того, в банке Хлынов можно рефинансировать кредиты, взятые в других банках. Предлагаются льготные условия по расчетному обслуживанию. Подробная информация по телефону 8 800 250 237. А у КБ Хлынов лицензия ЦБРФ номер 254. Экономика. Завершение о валютах. Доллар сегодня 74 рубля 61 копейка. Официальный евро 81 рубль 9 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.